Али-Баба сокровища там владел, Шахерезаду сказочки спасли. А ты, хозяин, выше всех взлетел, тебя иные силы вознесли. Потенциал военный твой велик, и оснащенность тоже велика. Тебе теперь есть мощь, блеск и шик. Ведь если лампу ты потрешь слегка, скажу я, сэр Аладдин, тут все для вас, что есть вокруг. Что хотите заказать, месье? Я твой самый наилучший друг. Ха-ха-ха. Ведь жизнь кабак меню, не вырони из рук. Если что-то хочешь, лишь шепни, я твой самый наилучший друг. Да, сэр, у нас отличный сервис. Ты наш босс, ты шеф, король. Желаешь плов, уже готов, а хочешь сладостей, так и звай. А чтобы жизнь скучна тебе не стала вдруг, я так и быть готов служить, я твой самый наилучший друг. Уа-ха-ха! Мау-мен! Уа-ха-ха! Нет-нет! Уа-ха-ха! Ха-ха-ха! Может кто-то так сделать этот трюк? Или скажем так, только я твой друг. Кто-то может... Эй, глянь сюда! Ха-ха! Кто-то скажет абракадабра, а потом, чтобы снова стало как всегда. Короче, рот закрой, не пусть глаза, меня с небес тебе послал Аллах! Я твой по праву, ты так заказал, я представитель твой во всех делах. Готов исполнить твое желание, я скажи лишь мне, желаешь ты чего? Пусть будет список твой длинный любой, подрежешь лампу только и всего, эхо. Сэр Аладдин, уже ты вступил в волшебный круг. Пока я твой, и ты крутой, я твой самый лучший друг, самый лучший друг. Я твой самый лучший друг, самый лучший друг. Я твой самый, самый лучший друг. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я твой самый-самый лучший друг.